Добрый день, друзья! Сегодня я иду на очередной обзор магазина женской одежды российского производителя. И на очереди у нас новосибирский бренд Владислава Шоп. Вот мы подходим к магазину. Так выглядит магазин с фасада. Сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим, как организован магазин внутри. Заходим в магазин. Посмотрим, как устроено пространство. Добрый день. Пространство магазина. Как организовано. Развеска, модельный ряд. И попробуем угадать портрет покупательницы бренда. Пройдемся по залу. Такое интересное пространство. В стиле лофт. Здравствуйте. Необычная навигация. Но все комфортно. И понятно. Есть модели на вешалах, есть раскладка на стеллажах. Несколько залов переходят один в другой. Сейчас также посмотрим ассортиментную линейку. Здесь организованы примерочные. Как видим, ассортимент разного сезона, но так как это магазин брендовый, он представляет разные линейки. Также в магазине представлена аксессуарная группа. Ну что, давайте посмотрим модели. Природные оттенки, базовые цвета. Модели также базовые, но при этом актуальные в сезоне. Рубашки, мини, трендовая модель. Также костюм, платье. Вот такие интересные модели платья. Более сдержанная. Но с разрезами на юбке. И платье-комбинация в сатиновой фактуре. Можно сформировать образ целиком. Разные модели в природных тонах, в базовых цветах. Представлены модели платья, верхняя группа, нижняя группа, также верхняя одежда. Вот в виде тренча, например. В других залах мы видели даже более теплый ассортимент сезонный. Костюмы городские, комфортные и спортивный стиль. В магазине представлены также другие бренды новосибирских производителей, отвечающие концепции ДНК бренда Владислава Шоп. Вот, например, бренд, представляющий изделия из льна. Классика с изюминкой. Здесь также трикотажная группа в виде костюмов. Верхний ассортимент и нижний ассортимент. Широкий модельный ряд, цветовая палитра. Мы уже видим, что в основном модельный ряд представляет трикотажные изделия, но также есть швейные изделия, но все они, в общем-то, представлены в базовых моделях. Рубашки, футболки, джемперы. И в нижней группе шорты, вот леггинсы. Есть юбки. Небольшой ассортимент платьев и верхней одежды. Также видим, что представлены купальники. Это сезонная капсула. И верхняя одежда. Широкий ассортимент.
повязки на волосы и вновь сумки. Зона сейла, верхняя одежда. Как мы уже поняли по ассортименту магазина, это более базовый гардероб. Гардероб не на один сезон. Качественно сделанные вещи, выверенные модели. И вот давайте посмотрим один из комплектов, предложенных брендом. Это рубашка и шорты. Классическая модель рубашки свободного кроя, очень приятного оттенка, но интересная фактура, имитация горошка. И шорты. Комплект можно использовать даже в деловом формате, если вам позволяет дресс-код. Вот такая модель платья-рубашки. Также отражает ДНК бренда. Лаконичность, натуральность, комфорт и качество. Пудровый розовый цвет. Можно обыгрывать в образах нюд. В комплекте идет пояс, что позволяет создавать разные образы с таким платьем. Еще один вариант костюма в трендовом цвете, ярко-зеленый, цвет зеленки, да, можно сказать. Брюки на резинке. Это модель брюки-бананы с небольшим защипом на талии. И вновь классическая рубашка без дополнительной деталировки. В комплекте идет пояс. Также в бренде используется принтованная ткань. Классика. Черный в белый горох. Женственная модель. Летний вариант. Легкая струящаяся ткань. Хлопок. Модель можно носить с поясом. Пояс идет в комплекте. Кроме моделей для повседневного использования, также в бренде представлена вечерняя группа, но это тоже более классический вариант модели. Сдержанная форма, пройма под горло, отрезное по талии, платье по фигуре, длинный рукав, но при этом по бокам разрезы, это тренд. Это не просто базовое платье классическое, но есть элементы тренда. Это разрезы по бокам. Такой жемчужный беж. Сатиновая фактура. И вот еще хочу показать одно платье. Очень красивое. Ярко-морковного цвета. Очень лаконичная модель. Платье отрезное по талии, на резинке, удлиненный рукав, немного на сборке. Впереди на юбке разрезы, что, в общем-то, тоже отмечает сезонный тренд. И еще один вариант костюма. Ткань джинс. Трендовая модель. Мини-юбка. И куртка-рубашка. Карманами накладными на груди. В комплекте этого костюма также идет пояс. И способы ношения можно обыгрывать разные, как casual вариант, классический вариант, цвет camel, классический вариант комбинирования тканей с базовыми цветами, белый, черный. Классический джинс, либо монохромный вариант, куртка и юбка. Также бренд известен своими костюмами. Классический спортивный городской костюм, в данном случае в таком белом цвете. Джемпер-худи
с накладным карманом и капюшоном. И брюки. Брюки на резинке. Манжеты также на резинке. Кроме моделей легкой группы, бренд также представляет верхнюю одежду. Так как бренд сибирский, уникальность верхней одежды бренда Владислава Шоп в том, что это пуховики, выдерживающие очень низкую температуру. Стеганая модель, удлиненная форма с капюшоном. Капюшон сделан в передней части в виде воротника стойки. Пуховик выглядит как зимнее пальто. Очень стильно. Жемчужно-серый цвет. Летний сезон бренд предлагает акцию. При покупке единицы верхней одежды вы получаете костюм в подарок. Это полноценный, качественный костюм бренда, который имеет самостоятельную, очень высокую ценность. Классный костюм и верхняя одежда в комплекте. Ну а летом и в межсезонье вы можете сочетать костюм, например, вот с таким анораком. Легкая куртка, которая защитит вас в непогоду. В том числе она сама по себе очень стильная. Давайте посмотрим анорак ближе. Это такая курточка, которая надевается через голову. И нагрудный карман имеет. Также имеет капюшон. Легкая, комфортная, стильная вещь. Давайте зададим несколько вопросов представителю бренда Владислава Шоп и узнаем подробнее о бренде. Всем здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем уникален бренд Владислава Шоп? Наш бренд новосибирский собственным производством существует уже достаточно давно, с 2012 года. Мы отшиваем изделия. В основном, конечно же, мы специализируемся на верхней одежде. Это теплые пуховики до минус 45 градусов для наших сибирских морозов, для северных регионов. То есть очень много мы отправляем именно туда. Вот. Ну и также в летний ассортиментный сезон мы отшиваем коллекции из легких натуральных тканей, которые будут подходить для повседневных образов, для вечерних. То есть очень тщательно выбираем именно материал, чтобы он был комфортен, легок и чтобы могли наши клиенты носить его долго. Бренд появился в 2012 году, как я уже говорила. Мы хотим, чтобы для всех людей было доступно высокое качество, как у других более высоких марок. У нас одна офлайн-точка, это в Новосибирске на Ленина 3, это вот наш этот магазин. И также, конечно же, у нас очень развит онлайн, онлайн-продажи. Это Инстаграм, ВКонтакте, различные соцсети. То есть нас можно найти и в Телеграм. Ну, конечно же, онлайн-продажи по всей России, по всему миру мы делаем все отправки. И у нас есть изделия, которые формируют вообще основу гардероба, чтобы составлять различные образы. То есть у нас можно найти такие вещи, с которыми можно будет собрать потом гардероб в дальнейшем, то есть основу. Размерные линейки у нас разные, они зависят от того, как выглядит модель. Так как легкий ассортимент у нас скорее идет от 40 до 48 размеров. Зимние пуховики, мы сейчас запустили еще линейку больших размеров, то есть зимние пуховики, которые у нас до минус 45 градусов, от 40 до 64 размеров. Поэтому вообще для каждого можно будет подобрать. Когда клиенты, которые к нам приходят, которые знакомятся с нами, они остаются с нами надолго, приводят сюда своих родственников, друзей, для того, чтобы одевались все у нас, потому что у нас большое разнообразие за счет так и нашего производства, за счет того, что мы привлекаем еще другие новосибирские бренды. Ну и, конечно же, это то, что мы специализируемся на теплых пуховиках. Это для Сибири, для сибирских морозов самое то. Поэтому приходите, познакомьтесь с нами, мы будем рады вас видеть. Ну вот я и завершила обзор магазина женской одежды российского производителя, новосибирского бренда Владислава Шоп. Магазин организован комфортно и удобно, навигация по магазину понятная. Оформлен магазин в стилистике лофт. Бренд делает особый акцент на пуховики, сшитые по собственной технологии и выдерживающие морозы до 40-45 градусов. Портрет покупательницы бренда современная, динамичная,
целеустремленная девушка и женщина, выбирающая стиль и практичность в своем гардеробе. В описании к этому видео я оставлю блок контактов магазин, в котором я делала обзор, а также описание бренда. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. В комментариях задавайте вопросы, а также предлагайте бренды, обзор на которые вы хотели бы увидеть на моем канале. Ну и, конечно, поддержите мой канал подпиской. На этом на сегодня обзор закончен. Я благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.